Перед началом ролика стоит предупредить то, что после него я буду ждать вас на стриме по ссылке в описании. Будем вместе заценивать Яндекс игры или же играть во что-то другое. От вас требуется только хорошее настроение и ничего больше. Ой, господи, боже мой. Что за бред? Хорошо. И как зовут создателя вселенной? Создатель вселенной зовут Аман. Вот этот, который то взорвал что-то там, то еще что-то сделал. Ну, Амана все знают, но его что-то тут нету. Ладно, давайте что-то похожее на Амана. А, ну вот, начинается на А, Акира Тарияма. Неправильный вот этот ответ зеленый. Ну ладно, хорошо. Сколько человек входило в Геней Рёдан? Так их больше 15, у меня их по Ростову, знаете, сколько ходило еще на горизонте, когда полицию вызывали? Это был пиздец. Да, ребята, как низко я пал, что снимаю Яндекс игры. Но зато я сыграл в них за вас, поэтому вам туда не придется заходить. На самом деле это просто сокровище для тех, кому надоели огромные проекты, которые выходят и по сей день, типа Киберпанка, GTA 5 и так далее. Потому что именно тут мы можем в полной мере насладиться отечественным геймдевом. В общем, присаживайтесь поудобнее, постараемся выжать максимум из того говна, что я записал. Игра, вы уверены, что хотите начать новую игру? А как мне еще тогда сыграть, интересно? Уверен, конечно. Добро пожаловать в зеленую деревню, Йобин-Бобин. Вид у тебя неважный, нехило же тебя потрепало. Но ничего, главное, живой. Помнишь, что тут к чему? Пройти обучение? Наверное, помню. Ты отправился в свой первый рейд в зону. Зажми и держи идти дальше, пока полоска не заполнится. Каждый такой цикл генерирует события в локации. И помни, чем дальше в зону, тем чаще происходят события. Удачи. Кто-то украл люк? Зачем? Разорванный рюкзак рядом с обочиной. Не буду даже смотреть, что там. Какая-то грязь попала в ботинок. Зато не сижу в офисе и свободный рабочий график. Солнце помогло обойти очередную аномалию. Не знаю, как бы я ее увидел ночью. Вам очень хочется пить, скоро вы начнете терять здоровье. На меня напал бандит! Саня Тохарь или Токарь. Так. Стрелять. На нахуй. Стрелять. Сука, ну Крит, выпади, ёпта. Я его должен убить. Укрытие. Что-то пошло не так. Детский лагерь, приключения. Ну давайте, пацаны, что тут будет? Надень наушники, ходьба, бег. Но сегодня все очень странно. Мои друзья пропали, на улице стоит ужасная тишина, а еще куда-то исчез мой портфель, ведь мне надо делать домашку. Ну что, обосрались? Ну ладно, начинаем хоррор. Что за село гейминг, ёпта? Ребят, там что-то такое прям, ну, не особо приятное. Меня шатает, пиздец, как будто я в кислотном трипе пребываю. Ну вам-то цветы не пригодятся, правильно? Нужна лопата. Нахуй мне нужна лопата? Мне что, надо вскапывать могилу, по-вашему? Вы что, серьезно, не? Цветы еще надо найти, еще 3 штуки надо найти цветов. Конечно... Блядь, ёб твою мать, это чё за нахуй? Блядь, да ты либо уйди, либо иди к нему. А ну. Цветы хочу. 3 цветочка я нашел, я потом к тебе, браток, вернусь. Я так и не понял, кто это вообще, что это. У него морда кота, он в капюшоне, блядь, это пиздец. Это Шайлушай, пацаны, только перекрашенный немножечко. Рестайлинг Шайлушая, я понял. Ну нахрен мне портфель, если я хочу отсюда сбежать. Мне что, без портфеля вообще не в вариант идти? Кто придумал этот бред? Но, как я понимаю, портфель-то зарыт в могиле каким-то хреном. И мы, конечно же, не узнаем, каким. Блять! Иди нах! Чё за пиздец? Мое левое ухо искренне благодарит человека, который создал эту игру. Я так понял, это мой единственный враг, да? Но судя по тому, что он орёт, это, ну, не особо умный враг, поэтому его надо брать своей смекалкой. А вот теперь я не знаю, откуда он выйдет. Он застрял вот там вот в доме и не побежал вообще дальше за мной. Типа, если я разбег возьму в дверь, он зайдет? Нет, надо потестить.
Нужен ключ. Лучше правда дома в компик бы сидел, играл, а не вот этот лагерь, блять, еще что-то. Вот эта вот атмосфера детских лагерей, вот это да, круто, блять. Сука, я потом спать нормально не лягу, мне же будет какая-то дресня сниться. Я как будто реально в тюрьме какой-то нахожусь, ну, судя по стенам этого лагеря. Тут какой-то мудак тоже должен сидеть, да? Поджидать меня. Давайте разбег навстречу судьбе. Кстати, вот. Это все цветочки, что есть. Ну, посмотрим. Бежать я все равно уже не убегу отсюда. Так, ну тут я вижу перестановку кто-то небольшую сделал, правильно? Браток, не цепляйся за кровати, просто так они тебе не нужны. Зайди в проем, сука. Блядь. Я ошибся дверью, извините. Слушай, а мне туда точно надо, нет? И не посмотреть, как Hotline Miami. Блять, это что за нахуй? Это чем нужно объебаться, чтобы вот это видеть перед собой? Я не, блять, не понимаю. Иди, блять, иди, сука, от него. Реальный паркур, что ли? 310 тысяч игроков, ну. Не могут же миллион мух ошибаться, правильно? Сыграл нормально. Куда ты бежишь? На нах. Где паркур здесь? Я просто прыгаю и кидаю трезубец какого-то дебила. Или игра такая дебильная, или я полудурок, бля. Сука, ну ведь посмотрят же люди, увидят, что я даже в этой игре туплю просто пипец. Меня аж за гидроцефала какого-то примут, ей-богу. Ладно, я прошел. Что там, пчела какая-то? А что ты тут делаешь? Она меня еще и ужалила, ёпта. А, еще и попасть по тебе надо. Серьезно? А ничего, что он вообще мимо кидает куда-то влево. Ну ладно, я все равно прошел этот уровень сложнейший. Яндекс уже не понимает, что мне рекламировать дальше. Готово, браток. Ты... Я не знаю, против кого я сражаюсь вообще. Че это такое? Кто это? Какая у него цель? Что он от меня хочет? Ёпта, ребят, вы бы хотя бы над лором поработали. Я просто кидаю, я не знаю, кого я убил. Может, он не виноват вообще просто. Его крючит ужасно, мне его жалко. Я в него аж два уже трезубца кинул. Не только я не понимаю, что тут происходит. Яндекс тоже не понимает, что рекламировать теперь этому имбецилу. Он играет в какую-то хуйню. А, тут можно укоротить путь. Я понял, пацаны, ща башка заработает. Подождите, я в такие супер игры не играл ни разу. Дайте мне разогнать немножечко свой мозг. Тут реально надо думать головой. Вот сюда. А, 50 уровень. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Хорошо. Ну, почти. Я игру, что ли, на секунду сломал? Лава подумала, что меня бахать не надо, да? Ну, ладно. Да попади ты, сука, куда я целюсь, ёб твою. Думаю, с пятого раза, пипец. Monster School. Ну хорошо. Эль Прима есть еще, да? Ёбан-бубан. Какая-то запутанная история. Список дел. В дом проникли зомби. Самое время использовать меч из сундука. Ну да, у каждого школьника есть меч из сундука. Ну хорошо. Ну, нормально, нарезает. Раздал стиля. Что это за звук? Он что, жидкого дал? А мои бимбы меня не дамажат? Отлично. Во что я играю? Крысу я забрал. Хорошо. На уровне бога я забрал. Хорошо. Пиздец. Кто это придумал? Большие города. Сражение с боссом. Закупитесь боеприпасами в автомате с едой. Хорошо. Боеприпасы в автомате с едой. Хорошо. Ну,
и здесь тоже можно. Зачем надо было закупаться, если я тут море всего ношу? Все? Я с воздушки по нему пострелял, и он умер. Большие города. А что, все стали зомбарями? Еба. Неужели это еще не конец этой шедевральной игры? На что только я трачу свою молодость?